Один из центральных федеральных проектов «Безопасные и качественные дороги» работал и радовал горожан весь этот год. За средства программы были отремонтированы 10 важных дорожных участков Владивостока. И вот настало время услышать вердикт межрегиональной дирекции. На сегодняшний день по Владивостокскому городскому округу будут приняты все объекты по программе 2018 года. Также будут выделяться федеральные деньги. Такие деньги, да, с федерального бюджета, ну, не каждая агломерация имеет. Но вот Владивосток, конечно, ему посчастливилось. За счет этого облагораживаются и дороги наши, улицы, ну и все для жителей края Владивостока. Бестужева, Светланская, Комарова, Адмирала Кузнецова, Карьерная и другие дороги буквально полностью обновились. Здесь появились благоустроенные тротуары, новые остановочные павильоны и бордюры, а также качественное покрытие проезжей части. К слову, проезду транспорта теперь помогают также новые знаки и свежая разметка. Были заменены бортовые камни на всей протяженности данных объектов и асфальтобетонное покрытие с устройством защитного слоя и щебеночного эластичного асфальтобетона. Благодаря проекту «Безопасные и качественные дороги» второй год в столице Приморья решается задача приведения дорог к нормативному транспортно-эксплуатационному состоянию. Отсюда, как следствие, увеличение пропускной способности улиц, повышение интенсивности движения, обеспечение необходимого уровня безопасности. Достаточно взглянуть на статистику. Например, в прошлом году доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, составляла 29%. В этом году этот показатель возрос почти до 40%. Уложены лежачие полицейские, отремонтированные автобусные остановки, выведен также профиль поперечный, продольный, и сделана куветная часть для водоотведения. Поэтому очень грамотный объект. В настоящее время специалисты формируют итоговый перечень улиц, которые войдут в программу БКД 2019 года. В проект будут включены и улицы «Лидеры голосования», в котором приняли участие почти 7 тысяч горожан. Это улицы Вилкова, Шкотовская, Добровольского, Луговая, Воропаева, Капитана Шефнера и другие. Максим Яковлев, новости на Восьмом.